77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Тверской области за последние сутки. Всего за все время пандемии поправилось 1819 заболевших. В первую очередь это стало возможно благодаря усилиям медиков, которым приходится трудиться в крайне тяжелых условиях. Осознавая это, многие бизнесмены решили не оставаться в стороне и оказать помощь сотрудникам стационаров, поликлиник, скорой помощи, а также добровольцам. Конаковский район одним из первых принял на себя удар коронавирусной инфекции. Оно и понятно. Рядом Москва. И традиционно в этот муниципалитет на отдых приезжают тысячи жителей столицы, которая стала одним из эпицентров пандемии. Как только начали фиксироваться первые случаи заражения, правительство Тверской области приняло решение организовать на базе ЦРБ инфекционный госпиталь на 120 коек. Переоборудование стационара – это не просто вывеску сменить. Нужно было перестроить ряд помещений, а также закупить специализированное оборудование. Для ускорения процесса обратились за помощью к местным предпринимателям. Эти люди, несмотря на то, что, как и, наверное, у всех бизнесменов, ситуация сложная была, они нашли в себе возможности для того, чтобы инфекционный госпиталь в самые короткие сроки был построен, переделан. Это достаточно трудоемкий процесс. Люди работали здесь буквально день и ночь. Это надо было провести кислород, заменить оборудование для подачи этого кислорода. Разводку полностью поменяли по всем четырем этажам. И само здание перепрофилировали, то есть оно разделено на две зоны. Красную, так называемую, рабочую, и зеленую. Районный представитель бизнес-омбудсмена Тверской области ничего удивительного не видит в этом поступке местных предпринимателей, которые, выделяя деньги, курируя на месте ход работ, точно не о личном пиаре думали. Это наш дом, надо его, соответственно, спасать, надо его выручать, надо ребят наших выручать, врачей. Мне кажется, только об этом думали. И когда вот они сами здесь все бегали, носились, возили, ставили, вот это достаточно, мне кажется, очень показательный, яркий пример именно вот этой ответственности. Одним из тех, кто пришел на помощь, был Марк Каганский. Основатель крупного отеля, а по совместительству и городской депутат, он отмечает, что постоянно следил за развитием пандемии коронавируса. Поэтому сразу сообразил, что именно нужно для инфекционного госпиталя. Предпринимателям свойственна быстрая реакция, быстрый анализ. Мне почему-то показалось, исходя из анализа информации, что вот именно борьба с осложнениями легочными будет самая большая проблема, поэтому нужно покупать аппараты, которые могут решать эти проблемы. Помимо прочего, Конаковская ЦРБ получила и аппарат компьютерной томографии, для которого реконструировали вот этот корпус. Комментируя все те изменения, которые произошли в клинике из-за COVID-19, можно сказать, что это тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Оборудование, ремонт, они от нас никуда не уйдут. Конечно, они останутся внутри учреждений и дальше будут служить жителям Конаковского района. И подобных примеров той самой социальной ответственности бизнеса по всему региону немало. В Твери руководитель предприятия по производству тормозных колодок для автомобилей оперативно откликнулся на призыв областного правительства. Власти региона попросили оказать содействие городской станции скорой помощи. Так как люди должны помогать друг другу, вот, и порядка 70 комплектов мы уже передали. Готовы и дальше сотрудничать, поставлять на как городу Твери, так и Тверской области. А руководство сети тверских аптек само вышло на волонтеров и медиков с предложением о помощи. Как известно, и те, и другие испытывают большую потребность в средствах самозащиты от коронавируса. Это маски, это санитайзеры, это перчатки. И вот мы неоднократно помогали нашим волонтерам-медикам. И до сих пор мы им помогаем, оказываем такую небольшую, тоже приятную помощь в виде булочек, пончиков. Да. Также мы оказываем Калининскому ЦРБ, медицинскому персоналу, кормим их бесплатными обедами. Предприниматели отмечают, что они и дальше готовы помогать медикам нашего региона. Ведь такую опасность, как пандемия коронавируса, можно победить только совместными усилиями. И бизнес-сообщество Верхневолжья всегда готово внести свою лепту.